Ну что? Так, у нас Хурам. Так, Виспелла Анджела не пойдет. Так, Ката, Куасан. Где там Шанечкин? Отлично. Шанечкин и... Нет, ни Кватране не пойдет, а... Тот, кто отстает в развитии. Козел сраный. Так, у нас получается... Нет, у нас нормально рейнджеров. У тебя же хилка, да? Я же ничего не буду. Персональный боевой модуль. Ух ты. Адаптация. Базовый модуль адаптации слегка повысит живучесть солдата, находящий под его воздействием. Мобильность. Понятно. А можно выйти как-то отсюда? Так, улучшение оружия. Надо улучшать оружие, кстати, это. Им. Такс. Окей. Если я не ошибаюсь, то я тебе качал как такие способности на протокол лечения. Сложность, сложно, отлично. Музыка эпично играет. Такс. Тебе сразу так снять всю броню. Снять все предметы. Сразу ставим броню, потому что будет нереально играть тогда. Так, броню Шанечки надо? Не думаю. Зато граната. У нас две гранаты есть. Так, давайте-ка поставим. Шеф, ты получаешь новое звание ветерана, доступны новые настройки. Окей. Нет, не это. Так, что здесь есть? Так, магазин увеличится на 1. Блин, написано 1 плюс 4. Почему не 4 плюс 1? 5% вероятность уничтожить цель при попадании вне зависимости от урона. Фак. Ладно, давайте поставим ей. Правда. Почему бы нет? Так, цвет оружия. Отлично. О, можно название оружия замутить, серьезно? Фига себе здесь сколько всего. Так, еще давай тебе поставим. Шанс критического урона, меткость. Давайте поставим критический урон. Так, Куасан, неважно, в принципе, что у нее будет, она все равно. Медик, ле медик, так, не то. Изменить. Так, магазин или лучше меткость? Так, у меня остался магазин, да? Ну, не будем больше его тратить тогда. Погнали, это будет жопно, я так полагаю, но нас пятеро, поэтому справимся. Let's go! Эпик! Порвем взят эти плещицам! Рейнджер прибыл в зону... Да, давай. Я согласен. Resistance have shown us how to access the Advent Black Site. The aliens worked hard to keep this place under the radar, and we don't know what we're gonna find in there. Keep your heads up. Expect heavy opposition. Ну чё? У нас есть, если чё, тут не сосиска, так что нормально. Возьмём, видите, когда ты без сосиски идёшь, то вообще всё отлично. Так, подождите. Куасан стояла правой. То есть тот, кто будет справа, он будет сидеть тут. Вот и будет сидеть и пялиться в монитор постоянно. В монитор, в экран, в смысле. Куан такая, твою мать, на что я подписалась? Еду со своей теткой. Я забыл прочитать, что там написано. Сейчас, короче, вслепую пойду. We've confirmed the black side is in your immediate vicinity. Infiltrate and investigate the area. Expect heavy resistance. Neutralize all hostile contacts. What is... А, это зона отхода. Понятно. Entering squad concealment. Окей, по крайней мере, тут вот здесь плюс есть. Так. Будем продвигаться осторожно. Так, у нее же стресс. Такой стресс.
Его в воле снижен. А, ну да. Легко его будут забирать, если их захотят. Или в панику будет легко вдаваться. Такс. Ха, я думаю, здесь нельзя проходить, наверное, да? Это опасно, типа. Аффирматив. Ну хорошо, хоть ограничений нету по ходам на этой миссии. Фуф. Спасибо большое. Нет, это просто, это, наверное, забор какой-то, да? Животные. Эй, Ката, ты чё такое животное, а? Я не буду менять кликухи, понятно. Какие дадут, такие дадут. Эльянарто. А давайте попробуем. Если чё, просто перезагружу. Окей. Чок. Задница норм. Так, Шанечкин должен обходить с фланга. Окей. Сейчас мы устроим засаду. Я понял, спасибо. Ага. Ишь она, где собака-то зарылась, а? Так, ну возьмем сейчас высоту. Такс. Потихонечку подойдем сюда. Не будем торопиться, мы все знаем этот идиотизм. Когда новые поля появляются, когда ближе подходишь. Так, давайте здесь сохранимся. Чтобы не было никакого рандома. Что это такое? The containers, the trains, this entire facility. The aliens are still abducting people. From the looks of it, they may never have stopped after the invasion. Those containers look like they have self-contained power cells. It could be some kind of stasis system. It's possible at least some of those people might still be alive. Твою мать. Как все очень сильно запутано. Так-так. Как же здесь мне лучше сходить? Жибуш. Не надо этого делать! Куасан, я все понимаю, конечно, тебе очень нравится жибуш делать, но... Так, ну я и просто побегу в, вот сюда, я думаю. А, они могут же начать двигаться. По-моему, ты только что спела какую-то песенку. О, цвету там, цветы веселые. И Ленардо такой, what the fuck, что происходит? А, я подумал, что он в укрытии станет, ну ладно. Кстати, далеко до меня? Фак. Ладно. Я буду атаковать сразу два фланга. Так, подождите, вот главное, чтобы здесь не появилось ничего нового. Ну куда вы отходите от Шанечкина? Как же сейчас можно бомбануть? Трипл! О, бэйби, it's трипл сейчас будет, подождите. Только докинь, только докинь, только докинь, пожалуйста. Let's go. Жалко, что знаете, что нельзя сделать, подождите. Жалко, знаете, что нельзя сделать? Раздать команды, нажать кнопочку и чтобы все одновременно атаковали. Вот почему они до этого не додумались. Знаете, как это было бы круто? А то враги сейчас распределятся. Привет. Смотрите. Да я понял, да, я вас видел. А, фак. Давайте его пробуем вынести.
Давай, Шанечки, не подведи! Не подведи! Son of a bitch. Так. Давайте-ка попробуем вынести вайпера. Дробовики просто ибо. Я такой. Это не я просто, в смысле. Синенький. Синенький. Ренардо. Вообще ни разу не похож на меня. Так, знаете, что мы сделаем? Мы накладываем протокол помощи. Ну блин. Делимся опытом с. С племянницей. Идем херачить всех. Так. Кого она может достать? Привет. Просто побежала. Ой! Сдох. Me want this? И дроллери, отлично. Осталось двое. Окей, копейщик и копейщик, получается, да? Фак. Так, 63, 58. А, она одна осталась, что ли? А-а-а. Так, кого есть шанс больше? Да, обоих, в принципе. Ну, давайте попробуем этого убрать. Найс! Просто сработали сейчас. Ты чё материшься, странная француженка? Куасан повысила? Серьезно? О-оу. Ой, я сейчас снова тебя зарезать. Дрон такой прилетел, здорово! Подождите. Опси-дупси-дупс. Бэээм! Хэдшот, бэйби! Обожаю, когда все идет по моему плану. Никому даже хп не снесли. Фу, вот здесь надо сохраниться. Это было жестко и круто. Так, подождите, сначала идет Хурам вперед. Ну чё там, где мутоны-то? Ух ты, кат-сцены сидел. Турели? Stay clear of those turrets. We're still not entirely sure if they're fully automated or remotely triggered. Что значит не приближаться, а как... Ну хорошо. Не буду приближаться, а как мне? Так, я просто не понимаю, что хочет мне игра, ладно. Сбоку обойти? Ну, давайте попробуем. Что-то музон-то эпично заиграл. Знаете? У этой игры немножко другой тематики саундтрек, но все равно клевый. Такс. Пробуем сюда пойти. Я очень надеюсь, что слева никого нету. Ну зашибись. По-моему, я сдох. Фак. Не, сдох. Просто сдох. Очень говенная позиция. Ну я попробую, конечно, еще перезагружусь. Ха, серьезно? Ну у меня есть стабилизация, да? И оживление должно... А, оживления у меня нету. Пока. Отлично.
Ну, посмотрим, как пойдет, если расстреляю всех, то... Ну, рип. Ты что делаешь? А? Мата на тебя нет. Понятно? Так, что у нас здесь? 80-56. Ну... Давайте, чтобы не отвлекался никто. Этого ублюдка я его застрелю нахер. Пошел нахер отсюда. Кусок дерьма. Такс. Как насчет того, чтобы... До 72%. Ну давайте попробуем, в принципе. Подойти ближе. Черт, я не знал, что он в наблюдении стоит. Ну хорошо, ты промазал. Огонь! Найсец. Огурец. Ну и сейчас должен добивать, в принципе, Като. Давай, сделай это, плиз! Давай, мистер. Отлично! Отлично! Ну я же, кстати, поднять-то не могу ведь, да? Да, реанимация не сработает. Фак. Ну ладно, херс. Хер со мной, чё? Чё делать? Зря побежал. Ах ты, дерьмо собачье. Знаешь, что с тобой будет, ублюдок? Так, ну здесь уже поздняк. Хотя подождите. Перезарядка. Ну пусть ближе идет я, Зефрост. Так, я же не могу оживить, да, вообще никак. Has expanded their rail network to touch every city center they've built, and this looks like the end of the line, at least for this area. Okay. Не все равно две аптечки, какая разница? Кремлин, свой медико. Заодно проверим, тратится ли ход на вот это вот дело или только половина хода. Только половина хода, ну а если можно стрелять, отлично. Знаете, что мне нужно отомстить сейчас? Совсем охерел что ли, ублюдок? Иди сюда, тварь. Я тебя зарезать. Привет. Okay, so I got one. Она такая, ладно, я достала одного. Так, знаете, со скукотой в голосе. Круто, что они сделали вот это вот. Разница в общении, что ли? Так, надо это... Шанечкина не оставлять. Шанечкина забыли! Ладно, я труп умоляюсь, но... Слушай, не я, а Леонардо. Чё это я-то сразу? Так, Да я не оставлю его! Ни за что на свете! Так, спокойно, сейчас еще какое-нибудь говно вылезет. Ну я-то выживу. Такс. Можно сбоку зайти. Окей, можно забить на тролль и зайти сбоку. Там еще внутри всякое говно будет, я уверен. Как же прекрасно, что меня не заставляют... О, фак, ну не надо тут идти, там же турель. Да, у меня... А вот это что такое вниз значит? Фак, ну, в смысле... Что это конкретно значит? Несет товарища от солдата. Я понял, да, несет товарища, это значит защита меньше, да? Ну ладно, потом посмотрим.
Окей. Affirmative. Так, на Шанечкина переключите. Он где-то в жопе находится. Кстати, я уже за него сходил? Окей, я не знаю как. Дальнее наблюдение позволяет режим наблюдения задействовать общий вид. Solid copy. Ладно, эта встреча была неожиданной. Так. Могу выше подняться. Окей. I'm going. I'm going. So many victims. Processed with such brutal efficiency. Test subjects for some sort of weapon, perhaps. Looks more like a refinery to me, Doctor. Once we get our hands on that sample, we'll know for sure. Украдите склянку секретного объекта, покинуть объект вместе с целью склянка секретного объекта, выкрутите всех бойцов XCOM. Окей. Всех мертвых тоже? А мертвых обязательно? Как бы... Я не уверен. Окей. Ну, по крайней мере, я в полном укрытии. Такс. Ты животный, иди сюда. О, я могу еще выше выйти? Слушай, здесь столько возможностей, чтобы зайти. Уважаю, когда мне нужно штурмовать. И они заперты. Такс. Мы, пожалуй, останемся здесь, снизу. Мне нужно Шанечкина быстрее сюда перевести. Перенос товарищей, это, конечно, тоже круто. Я только не помню, что это может дать. Ну, в смысле... Я потом, как бы... Смогу его оживить или что? Я не помню. Если честно. Чё она выглядывает из-за угла? Ты прячься, дура. Так, печенек. Шанечкин. Let's go! 53, 52, фак. Ну, у меня Шанечкин пойдет наверх, а эти будут сбоку стоять. Такс. 78, 60. Найс. Нихера у него рука-то отлетела. Так, самое главное, где мех? Не-не-не-не-не, та... Я промахнулся. Фак. Промах, ладно, найс. Я сейчас не хотел этого делать. Ладно, я тогда поставлю ее в этот... Так, сбросим юнита. Я надеюсь, поднять снова можно будет, да? А, то есть сброс юнита это целый ход? Я думаю, мне нужно перезарядиться. Так, чё? Алё, Граш, что с камерой? Ладно, пусть будет наблюдение. Найс! Ну, давай по максимуму его. Ну, не по максимуму, но все же. Успешно. О, фак, он может запустить сейчас гранату. Да? Это подавление? Ах ты ублюдок, мать твою говно собачья. Мразь тупая, а? Я тебя убью сейчас нахер, козел. Пока Шанечкин добежит, уже всех убьют нахер. Шанечкин, ну мать твою за ноги. Сейчас мы как гранату закинем, смотрите. Опа. Опа. Так, спокойно только, надо. Привет. Я птида-птиду. Ну бас, сраный. Окей, 100%, ну, ребят, 100%.
Если он сейчас промахнется, то я пошел. Еще и крит. Ой, млять. Как там разлетелось-то все нахер чертям собачьим. Здорово. Потушил. Big deal. Big deal. Well, no shit, dude. Забираем. Забираем синенького ублюдка. Так, я даже не знаю, куда мне лучше пойти сейчас. Может, сразу на эвакуацию? Я не знаю даже. Хотя там какая-нибудь жопа еще будет. Ладно, давайте сюда встанем. Ну, блин, я просто не знаю. Я сохранился на всякий случай, если вдруг тут какая жопа будет, я перезагружусь. Дрон полетел, такой, нахер, я ухожу отсюда. Херась, так-то она может ходить с юнитом на руках. Так, что я жду? А, это последний ход? Вроде никого. Так, Шанечкин займет позицию выше, потому что какая-нибудь херня еще придет. Это вообще потрясающе. Еще? Кого-то увидел? Нет, мне показалось. Это вроде никого. Так, ну я думаю, Хуасан пойдет, сейчас отвезет. Просто не знаю, можно ли отвезти юнита. Я думаю, что втроем они справятся. О, фак! Что они здесь делают вообще? Плохое решение, плохое решение. Не, надо перезагружаться. А, да блин, нафига я это сделал вообще? Это глупое решение было. Надо было все вместе идти. Я что-то одного отделил, куда-то пошел там. Зря. Ладно, это было бы просто глупое решение. Хорошо, взяли так, отмотали. Мы как бы посмотрели так на тактической карте, мол, на, так не пройдет. Симуляция, все дела. А сейчас реал тайм. Да. Я что, смотрю, их нету здесь. Я не думал же, что они будут забить. What the fuck, что это было? Что происходит вот это вот? Что за звуки? Такс. Ну, по-моему, здесь нету. Такс, ну, я почитерил, естественно, знаю, где они стоят. Я хер его знает, они могут их могут заспаунить в другом месте, если захотят. Так, я надеюсь, я их сейчас не за агрю. За агрю. Найс. Лучше быть не может. Так, опускаем юнита. Конечно, Шанечкин будет супер полезным сейчас. Ну, надеюсь, что меня не убьют. Сейчас Хуасан, потому что кто будет выносить-то? Fuck. Are you serious? Он может оживлять моих бойцов? Вау, найс. Не
Не, не вариант. Вот этого я не учел. Вот этого я не знал. То, что сектоиды могут поднимать моих же напарников. Я думаю, ну сейчас я его положу, отслю всех. Вот этого я не учел. Да. То есть лучше не соваться сюда раньше времени. Окей. Так, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас вынесем нахер эту турель. Потому что бесит на меня. Пока. Все, оно уничтожено? Или еще живет? Окей. Живет, видимо. Ну, нет, в смысле, сдохло. Так, а здесь нету выходов? Окон там всяких. It is clear. Ну, здесь сложно вообще предугадать, где они будут находиться. Учитывая, что у меня еще это... Херня на плечах. А, перезаряжусь, пожалуй. Ну, отлично. Same shit, different day. Блин, ну это жопа. Что я могу сказать? Я, конечно, постараюсь сейчас их вынести, но это реально будет сложно. Они еще и стали в таких неудобных позициях, посмотрите. Даже не простреливаться. Ну, естественно, здесь сектоид. А, он меня вот так вот заметил, серьезно? Ну окей, давайте попробуем открыть огонь. Вау! Подождите, а может быть Хурам сможет все сделать сейчас? Ух ты! Давайте попробуем. Найс! Правда, сейчас меня все расстреляют, но и хер с ним. Или сейчас еще какие-нибудь козлы придут здесь. Сбоку. Загрец. Сначала надо было похилить, что я делаю вообще? Найс. Ну зато без сознания. Уже плюс хоть какой-то. Что? Что это такое? What the hell? Лол. Что это был за темный экран? Че? Так, а где Шанечкин? What the fuck? Что? Что про... Почему здесь... Подождите, кто это? А, я упал. О май гад, серьезно? Давай, Шанечкин, я в тебя верю. 44%, найс, просто выстрел был. Отлично, перезарядка, самое то. Ну вынеси его. Да, охереть. О, как хорошо. Только не Шанечкина. Отвали от Шанечкина.
Да ну нахер. Вульбу Куасан больше не паникует. Вовремя. Вовремя не паникует. Просто 10 из 10. Ну что за твою мать? Меня это так бесит, серьезно. Он упал сверху теперь. Охереть. Просто охереть. Я думаю, в чем проблема? Он упал. Понятно. Окей. Rock'n'roll. Ну, допустим, подлечим. Давайте не пойдем выносить сектоида. Да, допустим. Ну, потому что будет немножко неудобно. Вынесем сначала копейщика. Тем более она останется за укрытием. Лол. Капец, читы. Ну это идиотизм. Она просто, я зачитерил сейчас. Я подумал, что она выбежит наружу в прошлый раз. А, я забыл про это дело. Потому что нихера она не будет убегать наружу. Так, я же... А, я не могу двигаться. Окей. Ну, иначе не выстрелю. Так, я могу спуститься вниз сейчас? Прямо сейчас. Ух ты, найс, могу. Нахер эту позицию сверху? Сейчас просто даже позицию сверху не занять. Тебя могут оттуда выпилить. Ну, наблюдение лучше врубить, я думаю. Всего лишь один неправильный ход и все. Считайте, сектоид. Ну, естественно, да. Будешь оживлять труп? Ну, к хурам, все в твоих руках. Или нет? Найс. Лол. Ну ладно. Как он здесь оказался? Он успел пробежать, пока сцену показывали? Так. Блин, печалька. Ладно, пробуем отсюда замочить. Мерси. Так, она видит только пси-зомби. Фак. А того я не могу. Это же дерьмо. Гранаты, говорите? Ну, давайте гранату. Будет на пси-зомби меньше. Ну а что делать? Значит, пси-зомби засрет мне все. Так, отлично, просто сейчас все было сейчас. По максимуму отлично. Фак, а у нее совсем мало хп. Что же мне делать? Что же мне делать? Блин, это все вроде так легко и все так сложно. Одновременно так. Может быть, может получится. Ты издеваешься. Он решил убежать, серьезно? Он решил не забивать? Окей.
Как-то поздно срабатывает это говно, если честно. Фьюф. Ну я понял, да, машина взорвалась, спасибо. Так, ну, теперь мне нужно бежать назад. С трупселем. Так, мне что-то как-то сыкано здесь забирать. Но я заберу, попробую. Склянка секретный объект. Окей. Guessing that's not water in there. Shen, any readings? No signs of radioactivity. No significant energy signatures of any kind. Whatever it is, it's safe to handle. We've confirmed acquisition of the sample. Move to rendezvous at the extraction point. The cavalry's here! Да вы издеваетесь! Что это такое сейчас было? Какой-то Bloodborne начался. Так. Мы будем держать все возможные ходы, я не знаю. Но это мелочь, окей. Не столь так сложно будет. Окей, жбуж. Жбуж? Так, поставим ей протокол помощи. Так, сохранимся. Scanning. I'm trusting you here. Наблюдение. Overwatch. Наблюдение. У них... Нет, сначала перезарядка. Потом наблюдение. Здорово. Нихера он отлетел. Блять. А второй парень такой стоит. Я не пойду. А, это мелкие пришли, окей. Бэм! Еще один. И там еще круассан стоит. А, она не в наблюдении, фак. Я надеюсь, если он выстрелит, он не снимет ей 3 оставшихся хп. Сейчас, подождите, подождите. Кто? Тетя или... или... Нет. У нас один герой. И... Это будет клам! Сейчас она как отхерачит этого козла. Прямо... Уничтожить. Просто если будет стрелять Хуасан, то я не смогу забрать вместе со мной. Вместе с собой себя. Так, животный, убегай. Шанечкин тоже надо убегать. Фу. Ну это реально было сурово. Вы что, издеваетесь? I guess that'll be okay.
Так. Переносим юнит и свалим. Они будут приходить бесконечно, пока я не уйду. Пердула? Ладно, окей, пердула, так пердула. Так, я думаю, мне нужно свалить. Я очень надеюсь, что мне дадут свалить сейчас. Что у меня не закончится ход. Ну, она пошла. У нее слишком мало хп. Avenger, this is Firebrand. Package is secure. Осталась последняя карточка. Oh, fuck my life. Вот это будет сильно. Я же могу уйти у них прямо из-под носа. Фак. Я очень надеюсь, что я могу уйти у них прямо из-под носа. Пожалуйста, только добери. О, найс. Плотненько, плотненько. Эвакуация конфирмирована. Сваливайте отсюда, сваливайте. Ну-ка нахер, ну-ка нахер. Ватрушечкин, вали просто отсюда. Сейчас покиньте. О, у нас закончились тросы. Это новый элемент игры. О, я улетел просто. Это было сурово. Just hit Advent where it hurts. This was a place no living human being was ever intended to see. Happy as I am to see it gone, something tells me the aliens won't take this line. Я понял. Солдаты теряются, но если вы их не забираете, то теряется и вся экипировка их. Если забираете, то экипировка сохраняется. Ну, Риполинарно. Процент попадания 100%. No shit, я перезагружался. Смотрите просто. Ты вы просто посмотрите, кто герой матча. Герой, в смысле, матча, сражения. Ну, можно сказать, это матч. Дикий квазар. Сидит такая, ну чё, соснули, да? Вот, чё вы делали без моего дрона, дебилы? Ты дебил, и ты дебил. Японец сказал, я знаю, что я дебил. Все японцы дебилы. Видишь, я кепку надел заново наперед. Токийский дрифт, детка. Холи щит, это было сурово. Ну вот видите, я не всегда перезагружаюсь, чтобы чтобы было все, ну, в смысле, без потерь. Потому что когда ты сделал что-то кривое, да, и ты понимаешь, что дальше, если ты загрузишь что-то, то придется тебе херней заниматься, и да, это будет немножко нечестно, но это да. Но когда просто херня какая-то выползает из-за экрана, это тупо. Ну и я потерял не полковника, поэтому насрать. Rip in pieces. Rip in pepperonis. Так, что там у Шанечкина? Меткий глаз. Так, что у него есть? У него есть дальнее наблюдение. Меткий глаз. Предвести выстрел с небольшим штрафом к меткости для значительного увеличения урона. Выстрелите в цель из-за пистолета. Вы не тратите действия на эту атаку. Серьезно? Не, лучше меткий глаз. Так, что там к хурам? Так, Сливан бегут. Дополнительное действие после рывка. Немедленная активация маскировки один раз за задание. Лучше вот это. Черт, у нее стресс, такой стресс. Благодаря стараниям Центра военных технологий, солдат изучил новую способность вне собственной специализации. Дырокол. Оружие типа винтовка способна разрывать броню. Ей! Найс! Просто найс! Так и знал, что нужно будет. Так, протокол восстановления. Отправить гремлина на помощь союзника, чтобы снять негативные эффекты. Дезориентацию, оглушение, панику и потерю сознания. А протокол блокировки. Можете направлять гремлина напротив роботов и механических целей, чтобы взломать и перехватить управление.
Дезориентация, оглушение, паника и потеря сознания. Отравления нету. Лучше вот это. That we've recovered the apparent product of the Black Site facility. I imagine it will take considerable time and resources to uncover the true purpose of this substance. I will begin preparations for a complete analysis immediately, Commander. В отличие от обычных методов шифрования, с которыми мы сталкивались при работе с хранилищами данных людей, пришельцы, по всей видимости, используют передовую матрицу, состоящую из механического и биологического шифра в сочетании с какой-то формой психонической интерференции. Сама мысль о том, что мы можем разгадать сложнейший замысел пришельцев, волнует и пугает одновременно. Having now seen the inner workings of the Black Site facility, the outcome is perhaps even more troubling than I had expected. It is clear the aliens have undertaken a gruesome task. I will leave this matter for you to investigate, Commander. Благодаря успешному проникновению на секретный объект пришельцев в регионе Нью-Мексико, мы немного приблизились к пониманию их истинных мотивов. Секретным объектом захвачен. Прогресс проекта Аватар снижен на 1. Во, как я и говорил. New objective added. Поручить доктору Тайгену провести расследование исследования планетных методов шифрования, завершить исследование шифрования пришельцев. Воля сломленная повышена. Relaying a form of encryption beyond anything we've ever encountered, much less theorized. We'll have to find a means of breaking the code, but I expect it will take some time. Окей.